Ну, Каллас — это просто великая женщина. Что тут говорить, и певица, и музыкант. Да музыка, я даже не знаю, как, кто она, понимаете. Трудно искать, певица она, актриса. Это Каллас, понимаете, это личность. Что тут говорить? Караян, Каллас, у них, слава богу, не было званий. Это имена уже, которые стали как бы уже легендой. Вот, а из... Ну, у меня тоже меняется вкус. Я когда-то раньше одних дирижеров любил, там, Тосканини. Ну, он всегда для меня какой-то такой, как, знаете, как икона какая-то. Хотя я его никогда, к сожалению, не видел. А сейчас для меня просто эталон, я считаю, как музыкантский. Но его, к сожалению, мало знает, и мне даже очень нравится, потому что этим я похож на него. Это вот потрясающий дирижер Карлос Клайбер. Компакт-дисков очень мало. Я даже все время за рубежом ищу его, компакт-дисков. Нет, наших дирижеров там все увешано, уклеено. И многих популярных других дирижеров. Этого почти очень мало. И вообще его редко. Был по телевидению один удивительный спектакль «Богема» с ним. Очень давно, я не помню, лет 8-10. Сейчас мне вот еще тут Элли Соверсталас тоже дала кассету с ним, она мне подарила. И для меня вот, чем он мне интересен, понимаете? Сейчас ведь время ужасное. В каком смысле, что... Все хотят люди урвать, все записать, уехать, там дирижировать. Сегодня я в Нью-Йорке, завтра в Австралии, завтра я в Билимбае, завтра я в Бурунде. Все урвать, понимаете? Но это конвейер, это не искусство, на мой взгляд. Я же не говорю, что так. Может быть, я просто к этому не умею это делать. А вот этот человек, Карл Слайбер, он говорит, мне сказали такую о нем вещь, что у него как бы две пачки вот лежат. Слева у него деньги, а справа контракт. И пока у него есть деньги, он сидит дома и работает. Он такой домашний человек. Он работает, в общем, дирижером в Мюнхенской опере в Баварии. И когда кончаются деньги, ну, да, теперь можно посмотреть, можно куда-то и поехать. Может быть, я так это сгущаю, но мне... То есть он такой, понимаете, не популярный, как бы, не особ... по сравнению с его бы именем, с его, наверное, гениальным талантом, наверное, он мог вообще тут... Однако как-то он так в стороне. И мне это очень нравится.